Вау! Кто ж мой дятина? Всем привет! Вы на канале Дёвплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Биошоконьку. Не забываем пошлепать лайки и написать комментарии под этим видосом. А если кто-то все же это еще смотрит. Ну, пожалуйста, ну чё вы это самое-то? Ну, блин. Я ж тут стараюсь, знаете ли. Ну и погнали. Так. Здоров. Не вставай между нами. Чувак, ну ты явно не на того попытался быкануть. Хотя, впрочем, ты вообще... Слабак. Просто, блядь! Девчонка и та сильнее тебя. Слышь, бро, ты у меня сейчас пососешь. О, привет. Да, явно не с тем-то решил смахнуться. Угу. Так вот. Чувак. Чувак, а где ты там? Я зря трачу время. Я тебя слышу, но я тебя не вижу. И в этом у нас возникает одна небольшая проблемка. Где ты, мать твою? Да, кстати. Ты откуда он по мне шмалял? Что такое? А, привет. Твою. Воу! Вовремя я затупил и не пошел вперед. Так, кстати, а куда его пулемет делся? Непонятно, ну да и ладно. Так. К слову. Так, хорошо. Мне надо найти какой-нибудь автомат. Где я могу? Где я могу? Аптечку купить. Вот. За углом, говорите? О, точняк. А, я теперь могу 6 аптечек. О, крутяк. Так, отлично. Стоп, а там что это еще такое было? Батька? Не, батя, ну давай. Давай, короче. Вот! Пиздуй своей дорогой под воды, сталкер, а мы тут сейчас будем собирать... Блин, а чем мы там будем собирать? Еву вроде бы? Или как эта херня называется? Так, все, батька упиздовал. Так, блядь, где они? Я их слышу. Мне это не нравится. Остановите население! Ладно, хер бы с ним. Сюда! Запускаем малышку. Ну, впрочем, у меня есть чем шмалять. В смысле? Дорогая, ты ебанутая? Как я туда войду? Серьезно? Блять. Идем, папа, он близко. Ты вообще понимаешь, что тут блядская дверь закрыта? Ой, чтоб тебя. Господи, еще одна малышка! Да откуда вас понабиралось-то столько? Почему вас так много на этом уровне? Ой, блядь. Ай, ладно. Я была знаменита. Правда. Ты мне не веришь? Сюда. М
Бля, ну ты серьезно, как я туда войду? Меня не впускает же. О, господи, это твое-то налево. Боже, девочка, почему... А! Можно мне снова пойти поиграть, мистер Би, если они хотят? Боже, я чуть не обосрался, я думал, он сейчас меня будет шандарахать. Я хорошая девочка, мистер Би. Да-да-да-да-да. Адам, папа, а вот там. Розы пышно цветут. Она моя! О! Наконец-то! По-моему, мама знает, что я тебе помогаю. Ой! Она увеличила дозы моих лекарств. Не бросай меня! Какого хуя? Воевать надо с умом! А! Блядский рот! Я тебя достану, козявка! Не может... А! Да там удело, блядь! Сдохни, сука! Так, хорошо, я эту хуйню заметил тут. Это весьма... Блядь, там еще одна есть. Или нет? Это вообще такое? Непонятно, но давайте возьмем на всякий случай эту фигню. А что это мы взяли? Управление системой охраны, перенацеливайте камеры и турели по своему желанию. Бля, а как это делать? Обмани систему безопасности. Отвлеки внимание роботов, турелей и камер, чтобы наносить удары по противникам. Раздавай поручения союзным роботам. Я понял, скорее всего, я не пойму, как эта фигня работает. А, вот как эта фигня работает. Электрошок. Так, хорошо, на всякий случай сохранится. Так вот. Так-так-так. Так, с этой фигни. А! То есть я просто через Ешку могу теперь их запускать. О боже, тут еще можно поднять. А что он там уже мертвый делает? Ладно. Мертвый не живой. Это очевидно, и это весьма хорошо. Да блин. Так, ага, сюда я пройти не могу. Так, а чё я вообще собирался делать-то? Господи. Я уже что-то самое туда, да. Призабыл. Да подожди, блин, с этим своим табом. Я и так знаю, чё я... Наверное, знаю, чё я тут делаю. Так, я сюда пришел, потому что меня сюда малышка привела. Так, эта дверь мне пока не нравится. Генный банк мне пока не нужен. О! Дэниел, мы с тобой вместе работали над чертежами Восторга. Уэллс и Уэллс — архитекторы. Помнишь? Но Эндрю Райан совратил нас с пути истинного, брат мой. Заставил отвернуться от Всевышнего. Доктор Лэмп предлагает тебе спасение, Дэниел. Я прошу лишь подтверждения, что на самом дне твоей души еще теплится искра веры. Я оставил тебе подарок в твоем кабинете в розовой жемчужине. Найди на нем код, брат, и мы вместе помолимся за спасение твоей бедной души. Найти Дэниела Валса в розовой херне. Так, хорошо, это все классно, но у нас сейчас другая задача. Видишь, Адам близко. Да блин, ну чё сразу сюда-то? Ага, я понял, надо взламывать. А, то есть даже не взламывать. Тут сразу надо код ввести. Да где мне его взять? Алло, это не классно.
код. Но очевидно, что код где-то должен быть. Где-то должен быть вот тут. А, наверное. Ну да, меня даже вот эта херня сюда ведет. Привет! Так, ми... Бля, я чё, вернулся? Да ты охуел! Сдохни, мразь. Так, Подожди, игра, я чё-то тебя не понимаю. А, подождите. Вот тут эта птичка теперь моя. Ты а! Блять! Это надо мой! Сука! С досадой вынуждена признать, что обязана тебе жизнью, незнакомец. Угу. В знак благодарности отправляю тебе посылку пневмопочты. Спасибо. Буду очень признательна, если ты сохранишь это в тайне от доктора Лэм. Да, блядь! Зачем ты принес с собой ребенка? Ангелы помнят, и мы помним. В смысле? Да как ты... О, есть. Фу. Так, меня сестричка ведет в одно место... Ладно. Это еще что за фигня? Что, блядь, я это взял? Воу! 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 Бля, такого я не ожидал! Так, дротика фигня. Ну, дротика фигня, крутяк. Так, это опять генный банк, опять не то, что мне надо. Блять. Да, к этому надо будет все же немного привыкнуть. Так, хорошо, мы взяли дротика фигню. Подними дробовик-то! Ва! Бля, ладно. Это был фальшстарт. Эй, красавчик, тебе тут что-то... Бояться пока нечего. Так, подождите. Подождите, ладно, сохранится. Эй, привет. Я готова. Не, мне не нравится, что они мне говорят привет. Хрустящих купюр, и я твоя, морячок. А, ты... О, о, как оно... Ах ты ж! Блять. Следующий раз я не буду. Ладно, я понял, идея немного говно. Я об этом говорил. Что тебе от нее нужно? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. О, блять! Боже! Боже! Слава богу, все кончено. Что-то сейчас было? Почему он сдох? Сохранение! Ты же знаешь! Я победил! Пошел нахуй! Я буду ее новым папой! А! Жемчужина была одним из самых дорогих Ладно. Жилых комплексов в Восторге. Но во время войны его обитатели стали выставлять себя на продажу через владельца. По-моему, офис Дэниела на верхнем этаже. Подожди. У меня тут сейчас немножко... Другие дела. Так, мне вот эта фигня что-то вообще как-то не вкатывает. О, давайте пока заклепками похерачим их. У заклепок как-то более понятное действие, я бы сказал. Наверное. По крайней мере, мне больше ими нравится. Оп-оп-оп-оп-оп. Блин, а дробовик-то поднять почему я не могу? А, наверное, потому что у меня уже есть он. Во! Летсплеер не слишком тупой-то.
знаете ли. Так, хорошо, давайте осмотрим, что тут есть. Я так полагаю, нас готовят к чему-то... К чему-то неебическому. Так-так-так-так... Бронебойные патроны собраны. Так, ага, бабло взял. Опа. Аспирин, аспирин, это хорошо. О, можно послушать. Чертов Саймон. Значит, восторг протекает. Ну так если мы начнем рыдать по этому поводу, то только добавим сюда воды, верно? Ничто не указывает на то, что причина протечки в наших планах. Но Саймон все равно идет к докторше Лэм каяться. Ведь другого контракта нам не найти. А возвращается со словами, мол, всегда хотел принять постриг, и теперь он отец Саймон Уэллс. Если я когда-нибудь повстречаю эту Софию Лэмп, ее голова познакомится с моими кулаками. Нихера, какой он грозный, а? Размахивает тут своими закорючками. Так. А это у нас... А, банк Гена. Так, банк Ген нам не нужен. Пока что. Так, хорошо. Тут мы можем выполнить... Адам, папа. Вон там. О, можем. Вау! Нихера себе. Сдохни, вот мразь. Здесь. Блядь! Вау, 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 вау! Так, хорошо, это было не очень вовремя. Ну да ладно. Так, заклепки перезарядить. Так, с тебя что-то... О, с него что-то выпало. Так, хорошо. Сорок патронов. Ну, давай... Твоё, обосраться-то! Так тебя прислал Саймон? Вот моя искупительная жертва. Ах ты ж хуй! И я понял. Добро пожаловать в чертову розовую жемчужину, милашка. Это должно быть Дэниел. Догони его и прижми как следует, сынок. Вот ангел. Блин. А, боже, господи, она у меня на плече сидит. Я забыл об этом. Твою налево. Боже, чё ж тут пугать-то? Так, это мы с... Это мы собрали. Ох, нихера тут течь. Как у первоклассницы, а? Так, ну что ж. Начнем эту идиотскую затею. Адам, папа, давай соберем его. Блять. Кто присматривает да? За спящими давай. Ангелом? Это я. Это я. Блять. Блять! Зря я! Всего лишь капельку жадный. Девчонка и та сильнее тебя. Зачем ты принес с собой ребенка? Пусть она прекратит на кто не смеет обижать своего папу. Ау! Сука, еще там? А! Блядь, боже, не следил, не уследил. Да, я понял, что я погиб. Но я очень хорошо сохранился, загрузиться. Боже, я идиот. Я опять провтыкал.
Ладно. Погнали. Ангелы помнят. Давай, мелкая. Кто она? Красивый ангел. Красивые волосы. Грязные волосы. Новый член семьи. Воу! Она моя. Так. Есть. Вау! Да, блядь, откуда он ебенит? Подожди! Папа принесет тебе звезды и птичку. Отпусти! 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 Сука! Блять! Воу! Сука! Да вы заебали это, блядь! Господи! Мелкая, ты все? Это ты! Мы снова будем вместе, папа! О, господи! Какое неудобное это место, а? Ладно. По крайней мере, я вывез. Боже, хер ты огромный. Ты чё вообще тут делал? Нахрена ты тут что-то делал-то? Боже, блядь, пиздец. Так, хорошо, одного мы это самое... Одного трупа мы обобрали. Надо еще одного обобрать. Так, картечь. Картечь — это хорошо. Да, блядь, почему ты не берешь? Так. Отлично. Так, какой-то ящик. Отлично. А! Ладно, дерьмово было. А что это за светлячки? Или они тут чисто... Чисто ради прикола? Так, что мы тут еще можем сделать? Блять, тут проход еще куда-то. О, ага, птичка мне... Блин, ну, в целом, вот. Сделаем вот так. И отлично будет. Так, о, мне даже эта фигня понадобилась. Крутяк. А, ну да, в принципе, я же начал по ним шмалять... электричество. Так, а куда это ведет? Ага. Вот, надо было оно вам. Блин, ну короче, я, конечно, в итоге потратил больше патронов на них, чем с них соберу. Ну, ладно. Это уже такое. Так, кстати, давайте перейдем на дробовик. Потому что на дробовике. Блин, то у меня на самом деле на нем не так много чего-то. Тронул. Ну, в смысле, там люди сидели и смотрели, как эти тут трахаются? Seriously?
О-о-о-о! Это твой Ириста. Подводная. Так, хорошо, игра сохранена. Теперь нам можно... Что-то нам можно делать. Так. Сардины. Ну ладно. Так, хорошо. Значит, давайте попробуем этого самого. Здорово, трупака. Сюда! А, вниз надо. Я понял. Так. Бля. Да господи это! Теперь сюда. Так, только не говорите, что у меня тут сейчас возникнут некоторые проблемы с тем, чтобы пройти. Ой, это так неожиданно было. Вести код. Блять, а где код? Ах, ты что это налево? Код это классно, если его знать. Блин, малышка, ну... я походу понял. Нам сначала надо шибануть этого чувака. Так, его там. А, короче, неважно. А у него, походу, будет код, где мы сможем пройти дальше. И там мы сможем подняться наверх, чтобы уже там наверху ввести код. Типа так, что ли, это работает? Или чё? Потому что если не так, тогда я хуй его знает, что делать. О, есть. Впрочем, а теперь как... Один. Как, обратно? А, обратно довольно-таки легко получилось. Так, хорошо, что мне делать? Что мне делать с этой бедой? А. Ладно, так значит так. Хорошо, так. А ёб твою мать. Аня, боже, я все правильно сделал. Окей, боже, а зачем я еще раз сохранился, интересно? Воу! Кто ж мой дятина? Ебучий паук. Ненавижу пауков. Фу, блядь. Так, опять банк генов. Да чё так много банка генов? Банок генов. Удивительно, но это закрыто. Она вылечит меня. Он исчез. Ах ты ж! Стоять, мразь! Ага, все, я смог. Так! Хорошо. Так, фосфорная картечь. Ладно. А чё этот чувак тут делал? Так, ладушки. У нас некоторые проблемы с патронами возникли. Утром
рано вставать. Ну, детка. Что? Они смотрели, как это истязают. Чуваки, вы вообще ок? Я, ладно, я понял, вопрос глупый. Они не ок. Пиздец, он застрял в текстурах. Дорогуша, у меня на тебя планы. Будет весело. Так, я что, сюда войти не могу? Но никто не обращает на тебя внимания. Да блять. Туда это самое, я не понял. Все, я понял обратно. Ну, хотя бы что-то я понял. Это я считаю прогресс уже. Какого хера? Так, и чё? Вы хотите на меня пялиться? Воу! До меня добраться, папа! Не надо снова в карцер! Налетел на меня со спины и орёт: прекрати на меня пялиться! Ты дурак, что ли? Так, хорошо. Сюда я зашел, но зачем я сюда зашел-то? Чтобы перезарядить оружие, вот. Блин, что за непонятная фигня? Так, сюда я зайти не могу. Меня это расстраивает, знаете ли. Ой, господи. Так, тут у нас конец пути. О, привет, подруга. Он танцует, папа, танцует. Да, она потанцевала немного. Так, какая, сюда я заходил. Блять, а сюда? А сюда нет. Теперь мой братец послал тебя, чертова железного человека. Че он сделал? Тупо ушел вниз. А он умный. Ничего не скажешь. Зачем ему маленькая? Так, девочка? Это что, бухло? Где? Да уж. Так, переходим на клепки. Потому что совсем другим у меня трабленцы. Так, кушки-какушки. Блять, что делать вообще? Боже, вот тут аптечки есть, и они мне не нужны, к сожалению. Бля, в этом дерьме мыться еще, господи. Они весьма странные, ничего не скажешь. Так, это дверь? Эта дверь не открывается. Дэниел Уэллс. Так, куча бухла. Я пьян и расположен к самокопанию. Да, на родине мы с Саймоном вместе строили соборы, но я всегда был паршивой овцой и никогда не верил ни единому слову из этого христианского бреда. А тут Эндрю Райан заявил, что ему нужны Уэллсы, чтобы построить в восторге собор без Бога, достойный возвышения человека.
И вот теперь я занимаюсь девочками, а Саймон думает, что спасает души. Отец Уэллс. Поверить не могу, что у нас с этим слизняком одна мать. Ну и не верь. Я с тобой. Так, идем взламывать сейф. Бухать я отказываюсь. Блять, подождите. Ой-ой-ой-ой. А! Нормально шандарахнуло. Есть. У меня предел баксов, блин, мне надо будет уже их куда-то тратить. Так, мне нужен будет автомат с оружием. Так. Ой, а чё тут пол так вздулся, или он такой уже был? Я чё-то этого момента не помню. Так, походу нам надо в эту дыру прыгать. Да. Ну, в дыру, значит, в дыру. Погнали. Блять. Боже, опять в темноте ходить и мне. Блин, не-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 не, братиш, не-не-не-не-не-не-не-не. Мы не будем нажираться. Да тихо. Да блин, сколько на него надо-то? Вот все. Радость взломщика 2. А у нас была первая радость взломщика? Да. Меняем. Так, хорошо. С этим у нас особых проблем не возникло. Блин, у меня эти дротики... А что этими дротиками для взлома делать-то? Я не очень что-то как-то понял. Не, видимо, что-то делать все же ими можно. Блять. Лэм, тебе глаза на... Вау! Семья! А вот тебе чертовы голубки! Ну вот, мы должны быть на коже. Ты еще что за хер? А? У меня тут место. А? Хуй ты! Сегодня у меня разболелась голова, и на сей раз не отныть я этих шлюшек. Так что, конечно, я отправился в кабинет залить мозги алкоголем. А там, на полке со спиртным, бутылка вина для причастия от моего драгоценного братца Саймона. Ну и, понятное дело, год на этикетке. Это код доступа к нему. 1919. Надо будет всё, пропустить хорошо. Это чёртово 19, вино через организм, я понял. Чтобы было что послать ему в качестве ответного подарка. Да, всё, хорошо, отлично, супер, да. О, привет, подруга. Решила отдохнуть? Ну ладно. Вера. Вау! Она живет в нас и помимо нас. Дэниелу Уэллсу ее не хватало. А у отца Саймона Уэллса хватит на двоих. Верующие не умирают в страхе, как это сделал ты. Мы принимаем мученичество. Да задолбали! Вау! В смысле? Кто? Чего? Куда? Конечно, у меня было много парней. И у всех них были свои закидоны. Но, похоже, Руперт переплюнул их всех. Продолжает предлагать мне плазмиды. Говорит, они забросят нас обоих на небеса. Я сказала, что так высоко забираться не стану. Мне и тут неплохо. Кроме того, Дэнни разозлится, если я начну колоться. Сам он, конечно, уже на них сидит. Но для меня-то у него совсем другие запросы. Вот же мразь.
Так, хорошо, это все супер классно. А мне надо. Мне надо что-то чем можно. Блять, да ты заебал, блять! Боже, я только что-то на еду пострелять, блин. Они тут как тут. Так, мне батя тут не нужен. Так. Привет, детка. Привет, дорогая. Да. Хорошо, кстати, а где тут можно что-то прикупить? Явно не близко. Так, мне, впрочем, надо вниз. Бздынь. Все, валим отсюда. 19-19, я помню. Надо пересмотреть. Вау! А ты за... Сука! Господи! Как ты меня бесишь? Мразь! Так. Они успокоились немного? Бля, надеюсь. Так вот. Картечь. Да давай по полной картечь. Патроны. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. А, да, у меня деньги кончились. Нормас, я так закупился. Так, мне вот что-то вот эти вот звуки вообще не нравятся ни разу. Блять, я же вижу, тут что-то есть. О! И я нашел это что-то. О, наконец-то опять в меня баксы лезут. Ура! Блин, я теперь это поднять не могу. Это обида, знаете ли. Черт. Хорошо. Я здесь как подсадная утка. Два хуели. Так. По ту сторону этого перекрестка другой конец аллеи. И насосная станция, которая нам так нужна. Как да, раз да, там да. И живут отец Уэллс и его обалдевшие от Библии проповедники. Да вашу мать! Что с ними произошло? Я просто подошел! Они сами себя убили, что ли? Ебанутые. Собрана автотурель. Я понял. Я не понял, что это, но я понял, что я ее собрал. Как говорится, допустимо. Так, а с этого я... Угу. Я только буровую фигню с него не собрал. Так, отлично. То есть... И теперь мы можем ввести код. 1919. Вроде так. Блять. Отец Саймон Уэллс, услышь меня. Дьявол у тебя на пороге. Саймон, Дэниел мертв. После я не дьявол. Ты слышишь его молитву о справедливом возмездии? Тебе отрубили ток. Ты взаперти, пока не включится аварийка. Я попробую помочь. Проверь пневмопочту. Знай же, зверь. Тело Дэниела остывает, но его душа пребывает с детем Лэмб. Ты будешь гореть в аду, отправленный туда скорбящим братом невинно убиенного. Я понял. Мне надо будет с ними всеми отшандарахаться. Ну хорошо, пошандарахаемся. Блять! Ну, это будет уже в следующий раз. А сегодня на этом все.
что всем спасибо за просмотр. И всем, сука, пока!